добрый день. Покидаем Москву по Липецкой улице, на которой, как вы видите, идет строительство. Что строят, не знаю. Комментарии к этому видео попробую ответить на все ваши вопросы, замечания, пожелания, критики и так далее. Видеорегистратор на Киноре разместил как можно выше зеркала, чтобы максимально обратить внимание регистратора на дорожное полотно, а не на небо. Вибрацию пытаюсь, по крайней мере, компенсировать. Видеорегистратора пытаюсь компенсировать поролоновой прокладкой, поролоновой такой губкой. Что из этого получится, я не знаю. Значит, температура за бортом минус 4. Дорожное полотно, как вы видите, удовлетворительное. Движение слабое, я имею в виду автомобилей. Почему выдвинулся в полдень? Ну, это уже сложившаяся, скажем так, практика. Раньше я тоже пытался выезжать как можно раньше, до восхода солнца. Вот, но биологические часы, они сказывались, и через некоторое время здорово клонило. По этой причине, значит, не нарушая обычного режима дня, проснулся, как обычно, проверил автомобиль, давление в шинах, откачал немного, установил все свои причиндалы, радар-детектор, маячок, радиостанцию, видеорегистраторы и так далее. Проверил на работоспособность и выдвинулся. Километров через 100, наверное, буду искать, может, поменьше заправку, чтобы залить бензин. Ну, бензин на трассе не всегда дешевле, чем в городе. Есть такие станции автозаправки, что бензин в Москве дешевле, чем на трассе. Некоторые подписчики пишут, почему я так медленно плетусь, меня обгоняют со всех сторон. Я объясняю, что выбираю максимально экономичный режим движения, 80-90 км. На такой скорости минимальный расход бензина. Это имеет значение на удаленные расстояния. В
это одна из причин. И потом вот в межсезонье, когда температура еще отрицательная, на дороге может быть снег и гололед, прочие неприятности. Поэтому стараюсь держать в режиме, в допустимом режиме движения. Зеркала постоянно обстреливаю, ситуацию сзади. Вижу, как догоняют, обходят справа, слева. Ну, ребята спешат. Удачи. Это раз, а потом, как бы ты ни гнал по трассе, и 120, и 140, и выше, все равно средняя скорость получается 80-90 км в час. Это уже неоднократно проверено, и лично в этом убедился. Погода пасмурная, довольно-таки комфортная, потому что при ясном небе, при движении на запад, после обеда солнце в лицо, при движении на восток, до обеда солнце в лицо. А вот такая пасмурная погода, наиболее комфортно, я бы сказал, для движения. Ты не понимаешь? Вы слышите общение дальнобойщиков на 15-м канале. По мере необходимости буду комментировать переговоры дальнобойщиков. Понимаю. Ребята пытаются связаться друг с другом. Понятно, понятно. Я не говорю, он развязанный полностью, он у меня, то есть можете 130 побежать. Прослушивать эфир, и если слышу, что на заправке
торгую, это так вот, купи-продай, все это ставлю в контракт, стараюсь декларировать. Ну что, гарантии, что там нормальное топливо? Нет. Многократно были ситуации, когда дальнобойщики в эфире жаловались на плохое топливо. То есть там не дизтопливо, а обыкновенное печное топливо. Или это топливо с локомотивом, я не знаю, с железной дороги. Если там торгуют, он идет купи-продай, то нет гарантии, что и вот эта вот брендовая заправка не пользуется этими услугами. Это на вопрос, почему заправляюсь на райках, а не на брендовых заправках. Кстати, на сарайках, как вот один подписчик написал мне, зачастую топливо гораздо лучше, нежели на брендовой заправке, потому что в этих сарайках заправляются местные аборигены. Там и топливо может быть подешевле, не всегда. Вот. Ну и, естественно, в любой момент могут предъявить претензии. А на таких вот, как говорят, брендовых заправках, заправившись, отъехав там 200-300 километров, уже возвращаться не будешь, чтобы выяснять отношения. То есть проблема с топливом на трассе, на трассах, как была, так и есть. Никуда она не делась. Вопрос, почему я всегда везде один, здесь тоже практика. Если ты прямо идти, чтобы на 107-ю попасть, это уже на платку выскакиваешь или до нее? Седьмая до платки у тебя будет. Перед платкой мы уходишь как раз на 107-ю. Ну, спасибо, всем доброй дороги. Почему всегда двигаюсь один? Это опять-таки практически, скажем так, наблюдение. Двигаясь в колонне, нужно подстраиваться под ведущего. Останавливаться там, где скажет ведущий. А это не всегда комфортно, то есть возникает чувство дискомфорта и еще раз добрый день. Покидаем Москву по Липецкой улице, на которой, как вы видите, идет строительство. Что строят, не знаю. В комментариях к этому видео попробую ответить на все ваши вопросы, замечания, пожелания, критику и так далее. Видеорегистратор на Киноре разместил как можно выше зеркала, чтобы максимально обратить внимание регистратора на дорожное полотно, а не на небо. Вибрацию попытался, пытаюсь, по крайней мере, компенсировать.
видеорегистратора, пытаюсь компенсировать поролоновой прокладкой, поролоновой такой губкой. Что из этого получится, пока не знаю. Значит, температура за бортом минус 4. Дорожное полотно, как вы видите, удовлетворительное. Движение слабое, имею в виду автомобилей. Почему выдвинулся в полдень? Это уже сложившаяся, скажем так, практика. Раньше я тоже пытался выезжать как можно раньше, до восхода солнца. Вот, но биологические часы, они сказывались, и через некоторое время здорово клонило сон. По этой причине, значит, не нарушая обычного режима дня, проснулся как обычно, проверил автомобиль, давление в шинах, подкачал немного, установил все свои причиндалы, радар-детектор, маячок, радиостанцию, видеорегистраторы и так далее. Проверил на работоспособность. Километров через 100, наверное, буду искать, может, поменьше заправку, чтобы залить бензин. Бензин на трассе не всегда дешевле, чем в городе. Есть такие станции автозаправки, что бензин в Москве дешевле, чем на трассе. Некоторые подписчики пишут, почему я так медленно плетусь, не обгоняю со всех сторон. Я объясняю, что выбираю максимально экономичный режим движения 80-90 км. На такой скорости минимальный расход бензина. Это имеет значение на удаленные расстояния. Потом вот убежит сезонье, когда температура еще отрицательная на дороге, может быть снег и гололед, прочие неприятности. Поэтому стараюсь держать в режиме, в допустимом режиме движения. Зеркала постоянно обстреливаю, ситуацию сзади, вижу, как догоняют, обходят справа, слева, ну, ребята спешат. Удачи! Это раз, а потом, как бы ты ни гнал по трассе, и 120, и 140, и выше, все равно средняя скорость получается 80-90 км в час. Это уже неоднократно проверено. И лично в этом убедился.
как я сказал, покинул по Липецкой улице. Погода пасмурная, довольно-таки комфортная, потому что при ясном небе при движении на запад после обеда солнце в лицо, при движении на восток до обеда солнце в лицо. Вот такая пасмурная погода, наиболее комфортная, я бы сказал, для движения. Не понимаешь? Вы слышите общение дальнобойщиков на 15-м канале. По мере необходимости буду комментировать переговоры дальнобойщиков. Понимаешь? Ребята пытаются связаться друг с другом. Понятно. Я говорю, он развязанный полностью, он у меня, то есть мой 530 побежать. Что, ты потерял меня или не догоняешь? Я не гоняю, но мне быстро надо. Я не гоняю, но мне быстро надо. Сейчас пустите рекламу. Уступ на трассе. Забываем на пути продай. Иногда полезная информация от них иногда просто достают тем, что покупают топливо, продают топливо. Топливо зачастую бывает контрафактное. То есть, подъезжая к какой-то заправке с километров за 5, пытаюсь прослушивать эфир. И если слышу, что на заправке торгуют вот так вот купи-продай, то эти заправки стараюсь игнорировать. Ну что, гарантии, что там нормальное топливо? Нет. Многократно были ситуации, когда дальнобойщики в эфире жаловались на плохое топливо. То есть там не диск топлива, а обыкновенное печное топливо. Или это топливо с локомотивов, я не знаю, с железной дороги. Если там торгуют, он идет купи-продай, то нет гарантии, что и вот эта вот брендовая заправка не пользуется их услугами. Это на вопрос, почему заправляюсь на райках, а не на брендовых заправках. Кстати, на сарайках, как вот один подписчик написал мне, зачастую топливо гораздо лучше, нежели на брендовой заправке, потому что в этих сарайках заправляются местные аборигены, там и топливо может быть подешевле, но не всегда. Ну и, естественно, в любой момент могут предъявить претензии. А на таких вот, как говорят, брендовых заправках, заправившись, отъехав там 200-300 километров, уже возвращаться не будешь.
выяснять отношения. То есть проблема с топливом на трассе, на трассах, как была, так и есть. Никуда она не делась. На вопрос, почему я всегда везде один, здесь тоже практика. Если вы думаете, что на 107-ю попасть, это уже на платку выскакиваешь или до нее? Седьмая до платки у тебя будет. Перед платкой уходишь как раз на 107-ю. Все, спасибо, всем доброй дороги. Почему всегда двигаюсь один? Это опять-таки практически, скажем так, наблюдение. Двигаясь в колонне, нужно подстраиваться под ведущего. Останавливаться там, где скажет ведущий. А это не всегда комфортно, то есть возникает чувство дискомфорта, и тот ритм, который уже, как говорится, набрал, его приходится ломать. Это первое. Второе. При движении одному сам выбираешь скоростной режим и ни на кого не ориентируешься. В колонне нужно опять-таки подстраиваться под ведущего. Ну а напарники почему не беру? Ну опять-таки, что сидит напарник? Вот он сидит, смотрит на трассу, разговаривать уже не о чем, обо всем поговорили. Ну и его начинает клонить в сон там. Естественно, это сказывается и на водителе. То есть, вот это вот аура, что ли, или биотоки вот этого напарника, который двигает с правой стороны, это тоже выбивает как бы из колеи. Остановиться до ветру, сам планируешь где. А так нужно останавливаться там, где, допустим, напарник. Да и много других таких моментов. Поэтому я предпочитаю движение одному, дабы было максимально комфортно ехать. Почему не выдвигаюсь рано утром, до восхода? Потому что можно встретить встречный автомобиль, на котором водитель двигался всю ночь. И уже под утро, естественно, на него наваливается так называемое состояние дремоты и сна. Организм того требует, хочешь ты это или нет. Организм требует, нужно остановиться, поспать. Но не все к этому ощущению своему прислушиваются. В результате возникают очень неприятные дорожные ситуации. Кроме того, встречные автомобили слепят. Вот сейчас работает радар-детектор. Где-то стоит камера. Уже проехали. Вот. Лепят встречные автомобили. Это, кстати, и движение в ночное время. Это дискомфорт. На какие-то доли секунды теряешь контакт с дорогой визуальной, едешь вслепую.
была такая ситуация, не знаю, лет 5, наверное, назад. Стандарты сектор опять говорит, что где-то стоит или камера, или регистратор скорости. О чем я? А, была ситуация, ехал из Питера в Москву, выдвинулся, я прочитал 6 или 7, нет, 15-16 часов, это пополудни. И уже где-то в полночь проехал встречный автомобиль и светил фарами несколько доли секунды и ехал абсолютно вслепую. И не заметил, что на дороге была яма, ямка с дорожниками выжатая. Влетел с правым колесом здорово. Пришлось менять полностью диск. И формировал все диски. Время уже было где-то полночь, может, час ночи. Ну, после этого случая я в темное время суток стараюсь не двигаться. Это тогда, если темнота, сумерки застали в дороге, а место для привала, для ночевки пока нету, едешь до ближайшего места, где можно остановиться на привал, на ночевку. Независимо от того, это заправка, кафе, мотель или еще что-нибудь. То есть и двигаюсь до ближайшего места, где можно остановиться и парковаться на ночь. Как я уже, наверное, говорил, автомобиль Skoda Fabia довольно-таки мягкая, легкая в управлении машинка. Легко набирает скорость. Да, кстати, резина зимняя на автомобиле, шипованная. Я, например, противник того, чтобы по чистым трассам от снега, от льда двигаться шипованной резине. Увеличивается тормозной путь. Вот работает радар. Где-то в кустах стоит гаишник. Может, камера на трассе стоит. Пока не вижу, где она. Но радар-детектор, вот ровник, он до 5 километров улавливает сигналы радара. Поэтому особо волноваться, дергаться не стоит. Вот сейчас проезжаю заправку. Заправка бензин стоит 32,50 на трассе, а в Москве заправился 32,40. Вот, пожалуйста. Да, забыл сказать, что двигаемся по трассе М4, Дон. Дорога ведет на юг. Ростов, Волгоград, Сочи, Кавказ. Также по этой дороге, по этой трассе можно проехать в Крым. Движение, говорю, более-менее свободное. Не очень интенсивное. Инфраструктура, как вы, наверное, обратили внимание, не очень развита.
2015 году, или в 14-м, не помню, на трассе в Подомском есть мотель, называется «Умич». Вот я познакомился там с владельцем этого мотеля. Довольно-таки приятный, адекватный мужик. Сейчас занимается тем, что развивает сеть таких мотелей. Так вот, и должен сказать, что этот мотель «Умич» в Омской области один из самых лучших в России, если не самый лучший. Это касается всего. Во-первых, площадка заасфальтированная, с маркировкой для парковки, отдельно для легковых, отдельно для больших автомобилей. Там же, прямо возле мотеля, автозаправка. Можно сказать, что там стоимость бензина на этой заправке и топлива самая низкая. Примерно такая же, как в Кемеровской области. А в Кемеровской области, доложу вам, самый дешевый бензин. Если сравнить с заправками по всей России. Уверяю, что в Кемеровской области самая низкая стоимость топлива. Вот, а после мотеля «Омич» примерно такая же цена, как и в Кемеровской области. Относительно кафе. Когда я зашел в кафе и увидел ассортимент меню блюд, меню ассортимента блюд, я удивился. Там, наверное, первое блюд было, ну, наверное, 20 или 30. Раза в два больше было вторых блюд. Салатов было немерено. Я подошел к кассирше, к девушке, говорит, и спрашиваю, а что из этого есть в наличии? Ты был удивлен? Она говорит, все есть. Все, что там написано в меню, все это есть. То есть необыкновенно обширное меню. И, кстати, и цена довольно-таки приемлемая. Допустим, не самая низкая, но это и невысокая, где-то в среднем диапазоне держится. Я там поужинал, должен сказать, что ночь прошла без шоки, без желудочного расстройства. Рекомендую. Омская область, мотель «Омич». Километров 70 за Омском. Потом примерно такой же мотель на границе, по-моему, Читинской области. Довольно-таки цивилизованно, вежливые, обходительные официанты, ассортимент поменьше, чем в Омиче, но тоже довольно-таки широкий. Должен сказать, что туалет, вон это, мотель «Омич», бесплатный душ, по-моему, 50 рублей, что ли, или 100 рублей искупаться. Но там же есть и стиральная машина, то есть весь спектр услуг, который может понадобиться дальнобойщику, автотуристу или путешественнику, там имеется. Я говорю, довольно-таки приемлемая. Стараюсь избегать придорожных кафе, где продают шаурму, национальные блюда, ну и прочие лакомства. Несколько раз попадал в таких дорожных кафе, что чуть, наверное, много душу не отдал. Жуткая изжога, на чем они готовят, не знаю.
Ну, видно, что готовят не для себя. Вот, и цены в них там заоблачные. Такое ощущение, что они продукты возят за границу оттуда. Ну, в общем, то есть дорожное кафе в большинстве своем я игнорирую. Так, по памяти помню некоторые, где более-менее приятные, когда двигаешься по трассе. Так, это у нас... Платежный терминал. Платежный терминал. 100 рублей. Первый терминал 100 рублей. Не знаю, на видео совпадет это аудио с видео. Но имейте в виду, первый платежный терминал 100 рублей. О чем говорил, уже забыл. Ну, ё-моё! Какого хрена я сюда встал? Все уже проехали, этот стоит еще, ё-моё. Спасибо. Так, о чем говорил, забыл. Платные дороги хорошие, спору нет. Правда, местами появляется колейность. Но я думаю, владельцы дороги это быстро будут устранять. С правой стороны идет бесплатная федеральная трасса. Она идет через населенные пункты. Вот. И по ширине она уступает платной дороге и по качеству дорожного полотна. А покажите, как это развивается здесь? Вот этот баран, блин. Да, поставили консервы, вот эти, здесь был за вас, в Москву. Да, поставили консервы, вот эти, здесь был за вас, в Москву.
кто-то мало выездится. Неплохо вообще это происходит. Форма поскольку на четверочке, где стоянка. На платной дороге разрешенная скорость до 100. До 130 километров в час. Но опять-таки я с такой скоростью не еду, экономии топлива и бережного отношения к автомобилю. Дорогу беру чайник от прикуривателя, кофе мешаю с сахаром дома, уже смешанный с сахаром кофе, сухой имеется в виду, воду могу брать, кружка и пакетики супа, кружка суп, по-моему, называется. Доширак, вот такие вещи, которые можно в дороге кипятком разбавить. Колбасы, хлеба. Дальнобойщиков скажу несколько слов. Обычно стараюсь выбирать колонну, где идет 3-4-5 больших грузов. Пристраиваюсь за ними сзади, вот, и двигаюсь в режиме с их скоростью. На радио связываюсь. Знаю, что я на маленькой машинке сзади еду, чтобы не нервничали, чтобы были в этом плане спокойны. Но встречается вот дальнобойщик, я помню, ехал из Брянска, из Боленска, не помню. Вот эти вот с европейскими номерами, поляки, болгары, все это братья. Можно сказать, что многие из них, ну не знаю, многие, не многие, но довольно-таки, наверное, приличное число таких водил,
заезжая на территорию России, ведут себя совсем адекватно. То есть они, вот они устраивают так называемый беспредел. Был случай, когда я шел за колонной наших дальнобойщиков, потом решил их обойти, ну, слишком медленно они двигались. Наших дальнобойщиков обошел нормально. Впереди оставалось еще два автомобиля с польскими номерами. И уже пошел на их опережение, оставалось метров 15, может быть 20. Вдруг последний большой груз не включает поворотники, вообще никак не формирует, резко перестраивает на мою полосу, то есть подрезает. Я еле успел по тормозам ударить. Ехавшие за мной дальнобойщики наши ребята по радио таким матом его обложили. Ну тот шек сидит, что шекал. Ну я думаю так, что он высказывался нецензурно на польском языке. Что интересно, он обогнал своего же коллегу с Польши. И так-то они вдвоем так и остались сзади. Я потом их обошел, они остались далеко сзади. Так они, зачем это делается? Если думаете, что все европейские цивилизованные и адекватные, вот этот пример доказывает об обратном. Много хороших, адекватных наших дальнобойщиков. И по радио пообщаешься, и поведение у них подскажут. У них же обзор получше, они повыше сидят, лучше видно. Подскажут о засадах на дороге, предупредят о постах ГАИ, ну и так далее. Ну и среди наших тоже встречаются мотор-видовые брусы. Слово «дальнобойщик» не произошло, оно как бы... Раньше не было дальнобойщиков. В 70-х годах этих водителей, кто ездил на дальние расстояния, называли междугородники. Кто официально ездил по межгороду Советского Союза, России, ну и, естественно, за границу. Эти люди пользовались определенным уважением, авторитетом. Кроме того, были нелегальные даже в советское время и называли их не дальнобойщики, а поливные, поливальщики. Не от слова то, что они поливали трассу, а то, что они прокладывали в обход ГАИ, постов ГАИ, дорогу по полям, по лесам. Эти дороги не были нигде отмечены на карте, они держали все это в голове. Это были водители высочайшей квалификации. Высочайшей. Потому что отправляясь в путь 3-5 тысяч километров, им, кроме на себя, ни на кого рассчитывать не приходилось. То есть если автомобиль сломается где-нибудь, то...
на трассе магазин, заправка, магазин и так далее. Так вот, им ни на кого надеяться уже не приходилось. Не дай бог поломавшись, ну это была вообще катастрофа. Поэтому они максимально готовили автомобиль, стали его на зубок, на слух, приваривали дополнительные топливные баки. Вот это были, на мой взгляд, водители высочайшего профессионального мастерства. Сколько их погибло, никто не знает. Уехали и не вернулись. Ну и тогда уже был на трассах беспредел. Их отслеживали, отбирали груз. Поэтому многие поливные, поливальщики, от слова поле, не по полям ехали, брали с собой два защиты, такие как ружья, обрезы, гранаты, лимонки. Это я говорю совершенно серьезно. Кроме того, они затаривались едой, потому что ну негде, где в полях можно пищу принять. Ну а сейчас молодой парень, проехав 200-300 тысяч километров, называет себя дальнобойщиком, крутым, царем дороги, королем дороги. Ты посмотришь, послушаешь, пожелаешь ему ни гвоздя, ни железа. Если вы смотрели мои видео, которые размещены под названием «Видео о трассах России», вы могли сами увидеть, сколько ДТП с участием больших грузов случается на магистрали. Зимой и летом, в любое время года. Я знаю, сейчас останавливаю. Мне посоветовали видео ускорять не в 3 раза. Раньше я ускорял в 3 раза, в 4 раза. Мне порекомендовали 2-3 раза. Так что последующие видео, наверное, буду ускорять 2 раза.
это потребует больше. Что я хотел сказать про мотель «Умич» в Омской области? Следующее, что я общался с владельцем, Владимиром Владимировичем. Он был в Европе, где-то там ездил, и говорит, что в Европе и в других цивилизованных странах через каждые 50 километров стоит мотель, АЗС, то есть полный комплект необходимых услуг. У нас, к сожалению, до такого сервиса еще далеко, очень далеко. Я уже не говорю про трассу Амур, про трассу Лена, про трассу Байкал. Вот даже взять М4, вы сами видите, что уже проехали 100 километров с лишним, а ни одного мотеля более-менее приличного так и не встретили. Еще два слова про мотель «Омич» в Омской области. Дальнобойщик предупредил о том, что на обочине стоит припаркованный автомобиль. Еще что, про «Омич». Меня поразило, там года, наверное, 2 или 3 назад я приезжал, висело объявление. Следующего содержания. Внимание! Местные жители близлежащих населенных пунктов в кафе не обслуживаются. Я в него спросил, засмеялся, говорю, интересное объявление. С чем это связано, говорю? Он говорит, что первое время там местные жители, аборигены, повадились приходить в это место, довольно цивилизованное, очень даже цивилизованное, ну и устраивали там пьянки, гулянки. Вот. Естественно, это отпугивало, вызывало недовольство у автопутешественников, у автотуристов, которые останавливались там на ночь. Много, говорит, было крови, в кавычках крови, много нервов опорчено, пока добились того, что местные жители перестали туда заходить. И это правильно. В общем, еще раз говорю, что рекомендую тем, кто отправляется на восток России, иметь в виду, что примерно в 70 километрах на Омском есть мотель «Омич». Примерно в 200 километрах до Новосибирска, если ехать в центральной части России, очень неплохое кафе «Уют» называется. Мне нравится то, что там постоянно горячий, свежий хлеб. А вообще, вы же, наверное, сами без меня знаете, ориентируйтесь на привал, на ночевку там, на трассе, где видите кучу больших грузов. Если я, например, бываю на востоке от Москвы там до Иркутска, до Хабаровска несколько раз в году, то дальнобойщики, они в основном
небольшие относительно расстояния там. Две тысячи километров передвигаются, и они более-менее гораздо лучше. Автомобиль довольно шумный, при всех положительных качествах, то есть мягкий, легкий, но шумный. Может быть, резина зимняя шумит. Не знаю, но шумно. Навигатор предупреждает меня, что превышаю скорость. Это старая карта, видать, на навигаторе стоит. На ветел, кстати. Я пользуюсь двумя картами. Картами на ветел и картой Айго Прима. Айго Прима между городом. Хороший навигатор. Он рассчитан на профессионалов, для дальнобойщиков. Ну и я тоже им пользуюсь заодно. А по городу на ветел. Но в данный момент у меня вернее, навигатор стоит на смартфоне. Вот, вернее, навигатор я не включил. Он лежит, как запасной вариант. А еду по навигации, которая установлена на планшете. А там стоит навигатор. Вот не получается у меня скорость держать до 100 километров. Вы сейчас слышали объявление, что на заправке купит топливо. Вот эти купи-продаи торгуют контрафактным топливом. На Воронежском Лукойле топливо возьмут, сказал. Вот я хотел сейчас заехать на АЗС и заправиться. Но вот слышав такое объявление, такую вот информацию, естественно, вот она на горизонте, я уже вижу этот АЗС. Я проезжаю мимо, потому что гарантия о том, что это контрафактное топливо, в том числе и бензин, вот, на брендовой заправке не присутствует. Гарантии дать не могу. Заправка «Газпром», «Газпром» нефть. И бензин стоит 33,55. Уже на рубль 20, на рубль 30 дороже, чем вот ТНК заправка. Поэтому Газпром отмечает корпоративы, сотни миллионов вкладывая в это. Вот впереди Лукойловская заправка. Но Лукойл там тоже, мама, не горюй, цены. Сейчас посмотрим.
деле к брендовым заправкам нет совершенно. Контроль у них, качество топлива и все прочее. Я считаю, ерунда все. Везде работают люди, везде есть недобросовестные, скажем так. Или 80. 32, 50. Есть разница, нет? Ну и есть. С какой стороны у меня заправочная горловина, блин? Ну да.
С Богом. С Богом. Долго рассчитывала у нее кассовый аппарат. Барахлил. Краснодар, мест нет, что ли, нихуя? Так. Серединку толкаем. Люсик. О, блин, дружище. Там тоже. Вот этот мотель, о котором рекламировали. Че, братан, тут что-то непонятно. Вышел, пошел, хуже. Вот как тут все заехать-то, блядь? Да пиздец, ага, блядь. Это вот рекламировали мотель? Душ, ну, нормально. Давай, давай, Серва, давай, тут захинающее место. Нормальное место. Нормальное место для отдыха. Давай. Я попробую брать экипаж. Давай, попробуем. Посмотри, что там есть. Посмотри, проезда нет. Давай, Димон, газой. Взял на заправке этих леденцов, а то во рту горько, во время движения, разных вариантов. Кстати, хороший ассортимент в магазине на этой заправке. Да, и все. И не замерзайка, тут дешевая, не значит она контрафактная.
просто видно заводская упаковка. Начал с какими-то контрольными наклейками. Ой, не то, что там есть, я платить не буду. Голографические наклейки. Что мигает этот звук, вспомнил. Я установил на смартфоне ограничение скорости до 100 км. Как превышаю 100 км, она это говорит, что сбрасывает. Это опять-таки для экономии топлива. Залил полный бак. 35 литров. Вот здесь... Москва, кто-то на обочине меняет колесо в сторону Москвы. Вот здесь заправка, бензин нормальный. И не долива нет, то есть полностью наливаем как. Очень-очень плохо. Замеряли канистрами, ребята. И цена по 38. На Лукойле, 34 на Лукойле и 32 здесь, 2 рубля. 2 рубля 35 литров, это 70 рублей. Два раза заправиться в сутки, 150 рублей. Горел кто-то. Ну, вот этот прицеп зацепил, у тебя расход сразу под 40 лет. Ну, внимательно, это предупредили дальнобойщикам, что на обочине сгоревшая газель стоит. Даже сама шутка идет. Конечно, тебе лучше пройти вот там, тебе там же она там приговорил пройти вот контейнеров. Шаурма, шашлык, заправка. В жизни останавливаться не буду. И всем не советую. Где-то стоит радар, стреляет скорость, может с гаишника, может быть стационар. Все-таки руль у автомобиля слишком мягковат. Я не привык к такой мягкости руля. Мне нравится жесткость, например, как на Форде. Так, еще одна заправка. Здесь какой уровень цены? 32. Я пойму, что не работает. Thank you.
можно остановиться, стекло помыть. Просто стоянка для короткого отдыха. Вот побольше бы таких, скажем, километров через 5-10 делать вот такие вот окна сбоку для кратковременного отдыха. На трассе частенько попадаются легковые машины, которые стоят на обочине, а на капоте и на крыше у них пластмассовые емкости синего цвета в основном, не замерзайка. Покупать или нет, решайте сами. Она у них дешевая, но я однажды купил, опять-таки, в Кемеровской области. Просто была мерзопакостная погода. И уже без исходности взял такую. Можно вам сказать, что вливался до ближайшей АЗС, где можно было купить нормальную незамерзайку. Обычный банальный самогон, который добавили какие-то еще ароматизаторы и для цвета подкрасили ее. Гадость невероятная. Глаза слезятся. Едешь как полупьяный. Если уже совсем приспичило и негде купить незамерзайки, просто-напросто возьмите бутылку водки и разбавьте водой один к одному. Это, по крайней мере, поможет доехать до ближайшего магазина, где можно купить нормальную незамерзайку. Вот я сейчас двигаюсь со скоростью 100 км в час. Меня легко входит автобус, который везет пассажиров, людей. Нормально это? Я думаю, нет. Тем более автобус, такая помойка видна по внешнему виду. Я еду и присматриваюсь, эти мошенники на трассе стоят или нет. Вот пока еще ни одного не встретил, которые торгуют перстнями, цепочками и так далее. Наверное, потому что участок дороги платный. Может быть, поэтому их нет.
может, потому что их гоняют здесь. Кроме тех торгашей, кто пытается впарить перстни, кольца, цепочки, есть другой вид мошенников. Я не попадал, но ребята, дальнобойщики, рассказывали. Стоит одинокий парень или девушка, голосует. Почему бы не взять? Останавливаются, подбирают. Затем оказывается, что что-то потом пропало. Или портмоне, или документы, или еще что-нибудь. Были такие случаи. Просто хотели подвезти, сделать доброе дело. Я не призываю всех приезжать мимо, нужно людям помогать. Но просто нужно быть во всеоружии. Если уже взял человека подвозить, то прячь как можно дальше все то, чего можно приделать ноги. А не, ну, один раз я попал. Стоял мальчишка, не знаю, лет 12-15 такой. Дождь шел. Безопасно было на улице. Я остановился. Далеко там до ближайшей деревни. Там 40 километров, может быть, 10-15 было. Подвез его. Ни денег, ничего не право. Ну, не серьезно. Просто подвез мальчишку. Он у меня, скажите, пачка сигарет увел. С одной стороны, и смешно, пачка сигарет, и грешно, что вот так вот складывается общее впечатление, общая картина и мнение о тех, кто стоит и голосует. То есть тем, кто передвигается по России автостопом, ну, здесь нужно индивидуально посадить. Не призываю останавливаться и не призываю проезжать мимо. Просто будьте так, ну, успел, что ли. Попадаются разные люди. Добрый день. Покидаем Москву по Липецкой улице, на которой, как вы видите, идет строительство. Что строят, не знаю. В комментариях к этому видео попробую ответить на все ваши вопросы, замечания, пожелания, критику и так далее. Видеорегистратор на Киноре разместил как можно выше зеркала, чтобы максимально обратить внимание регистратора на дорожное полотно, не на небо. Вибрацию попытался, пытаюсь, по крайней мере, компенсировать прохладкой. Thank you.
операцию видеорегистратора, пытаюсь компенсировать поролоновой прокладкой, поролоновой такой губкой. Что из этого получится, пока не знаю. Значит, температура за бортом минус 4. Дорожное полотно, как вы видите, удовлетворительное. Движение слабое, имею в виду автомобилей. Почему выдвинулся в полдень? Ну, это уже сложившаяся, скажем так, практика. Раньше я тоже пытался выезжать как можно раньше, до восхода солнца. Но биологические часы, они сказывались, что через некоторое время здорово клонило сон. По этой причине, значит, не нарушая обычного режима дня, проснулся, как обычно, проверил автомобиль, давление в шинах, подкачал немного, установил все свои причиндалы, радар-детектор, маячок, радиостанцию, видеорегистраторы и так далее. Проверил на работоспособность и выдвинулся. Метров через 100, наверное, буду искать, может, поменьше заправку, чтобы залить бензин. Ну, бензин на трассе не всегда дешевле, чем в городе. Есть такие станции автозаправки, что бензин дешевле, чем на трассе. Некоторые подписчики пишут, почему я так медленно плетусь, меня обгоняют со всех сторон. Я объясняю, что выбираю максимально экономичный режим движения 80-90 км. Такой скорости минимальный расход бензина. Это имеет значение на удаленные расстояния. Это одна из причин. И потом вот убежит сезонье, когда температура еще отрицательная на дороге, может быть снег и гололед, прочие неприятности. Поэтому стараюсь держать в режиме, в допустимом режиме движения. Зеркала постоянно обстреливаю. Ситуацию сзади, вижу, как догоняют, обходят справа, слева, ну, ребята спешат. Удачи. Это раз, а потом, как бы ты ни гнал по трассе, и 120, и 140, и выше, все равно средняя скорость получается.
несколько минут видео потеряно, к сожалению. Подключился видеорегистратор. Кабель, вернее. Участке трассы М4 скорость ограничена 110 км в час. Видно, что на трассе работают бригады, которые следят за состоянием трассы. Дорожные скрипы. Уже несколько бригад таких встретил. Температура за бортом минус 2. Двигаемся уже 4,5 часа. Расход бензина 6 литров на 100 километров. В такой манере езды. На следующей заправке 130 километров. При запасе бензина на 630 километров.
Вот сейчас проверяю мгновенный расход топлива. Стараюсь выбрать минимальные скорости 105 на подъем. Подъем было 7, скорки 3,5. Вот, орлы. Зафиксировали нарушители превышение скорости по всей вероятности. Регион автомобиля. Едем, скорость 100 километров, расход бензина 2,2-5,3, в этом диапазоне